и мама ей. У нас сегодня будет на двоих каналах, потому что мы спорили, на чем это канале будем, и решили, что это будет на двоих каналах. На обоих. Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и сегодня со мной моя любимая дочечка Сарочка Гейн. И мы будем снимать для вас очень милое видео. В этом видео мы покажем вам все прелести Хэллоуина и вообще как бы осеннего праздника в Америке. Покажем вам, что здесь делают на этот праздник, так сказать. Я знаю, что многие все равно не любят его, потому что считают каким-то злым. Но здесь в Америке относятся к этому празднику более-менее позитивно и не боятся ничего. Как-то самовыражаются люди, надевают костюмы, устраивают вечеринки в честь этого события, дети, взрослые и все на свете. А также они вырезают из тыквы разные-разные рожицы. И Сарочка попросила меня, чтобы именно вырезание тыквы, оформление самой тыквы было на ее канале. Так что в этом видео вы увидите остальные рецептики, а как именно мы вырезали тыковку, вы увидите на канале у Сарочки, а ссылку я оставлю под видео в описании. Еще мы сегодня сделаем яблоки в карамели, клубнику в карамели. Так что если вам интересно, если вы хотите зарядиться позитивом, то оставайтесь вместе с нами. В этом видео я покажу, как сделать яблоки в карамели, очень полезный пирог с тыквой и цукини, а также яблоки с карамелью. Поехали! Карамель сделать очень легко. Рецепт карамели я оставлю под этим видео. Я использовала готовый практически порошок, который продается здесь повсюду в американских магазинах. Для начала нужно оторвать веточки от яблок. А затем хорошенечко промыть яблоки. Я мою любимым средством для мытья овощей и фруктов. Я могу ссылку на него оставить под этим видео. А затем делаю заготовки. У меня, как видите, тертый миндаль, куджут и тыквенные семечки. Вы можете использовать все, что угодно, вплоть до карамели. Затем вы берете палочки. Эти палочки были у меня в наборчике для яблок в карамели. И втыкаете до середины само яблоко. Как вы видите, карамель уже готова. И Сара опускает зеленое яблоко в карамели. Нужно его несколько раз прокрутить. Затем нужно, чтобы карамель стекла, и ставите просто на тарелочку. Выглядит все это очень красиво и мило. Некоторые яблоки вы можете, так как я, окунуть в орехи, в кунжут. Вы можете использовать M&M's и всякое такое. Затем у меня есть клубника. Я тоже опустила ее в эту карамель, посыпала кунжутом. Карамель твердеет за считанные минуты. Красиво и необычно. Затем я покажу вам рецепт очень вкусного, полезного тыквенного пирога с цукини. Для начала я беру муку, а затем уже есть здесь в Америке такие вот консервы с тыквенным пюре. 100% состав, вы можете это пюре сделать самостоятельно дома. Затем я беру цукини, тру его на крупной терке и все это перемешиваю вместе со всеми ингредиентами. Состав я оставлю под этим видео в описании. Добавляю миндальное молоко, яйцо, добавляю кленовый сироп вместо сахара, перемешиваю, Сара перемешивает, помощница моя, и как бы добавляем ваниль, и обязательно добавьте ложку соды. И у меня есть такие вот шоколадные крошки, я добавляю их сверху на пирог и все это дело помещаю в духовку. Так что вот такой классный healthy пирог у нас получился. Вы можете делать его без шоколада сверху. У меня 60% горький шоколад. И хочу показать еще рецепт очень классных и вкусных яблок с карамелью внутри. Вы берете зеленые яблоки, не идеально подойдут, потому что с кислинкой. Разрезаете их и вынимаете сердцевину обязательно. Обязательно нанесите лимонный сок на яблоки, таким образом они не потемнеют. Я буду использовать карамель. Это специальная карамель уже в пачечке, видите, как бобы, для того, чтобы ее растопили. И добавляю молока, ставлю на огонь, перемешиваю, и когда карамель полностью растает, чайной ложкой я заполняю пустое пространство в яблоках. Затем я ставлю эти яблоки в холодильник, чтобы карамель застыла. И разрезаю яблочки пополам.
Вот, вы можете нанести сверху шоколад, можете нанести еще сверху орехи. Мало того, что выглядит хорошо, так это еще и очень вкусно, необычно. Эти рецепты я очень давно увидела где-то в YouTube и решила их повторить для вас. Желаю вам самой уютной, самой теплой осени. Я вас всех очень люблю. Спасибо за просмотр. Пока-пока.